Казань, 11.7, Эрспорт. Контракт с главным тренером Рубина Ринатом Белилетдиновым расторгнут по обоюдному согласию сторон, заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Ильгиз Фахриев. Попечительский совет казанского Рубина в начале сентября поручил новому президенту клуба Ильсуру Метшину расторгнуть контракт с главным тренером команды Белилетдиновым. Позже стало известно, что Белилетдинов покинул команду, и исполняющим обязанности главного тренера был назначен Валерий Чалый. С Ринатом Белилетдиновым контракт по соглашению сторон был разорван, заявил Фахриев журналистам. Он добавил, что Чалому помогает Дмитрий Кузнецов и та бригада тренеров, которая работала прежде, за исключением Евгения Бондаренко. Бондаренко переведен в молодежный состав, подчеркнул Фахриев.